Теперь, как я сказал, у нас есть присутствуют руководители 12 общественных организаций. Вот. Я предоставляю слово Рустему Халилову. Это общественная организация, благотворительная организация, она наш соотечественник, который сегодня помогает нам работать на 6-м избирательном мажоритарном округе. 5 минут. Мне очень приятно, что здесь активно участвуют наши ветераны и наши организации. То есть заложенный так называемый камень начал давать свои какие-то всходы, заложенное зерно. Я абсолютно согласен с тем, что если мы сумеем осенью продемонстрировать, если мы сумеем все вместе, объединившись, продемонстрировать государству, мировой общественности о том, что крымские татары борются за свою государственность, за свои законы, сохранение языка в том числе, то подобные, ну, будем говорить, трюки государственных властей, которые там используют, из-под полы законы достают, которые загоняют в тупик, там, ломают общественное мнение, я думаю, что это все уйдет в небытие. Если мы сплотившись, вот сейчас я слышал, вот, ну, кандидат выступал по мажоритарно. Я вам хочу сказать, именно по тому округу мне тоже доводится работать. Так вот, что интересно, народ весь ждет появления добросовестной, честной какой-то то ли политической структуры, то ли общественной, то ли людей инициативных. Они все говорят одно, давайте мы повторим поход 99-го года был. Да. Все вот в душе прямо у них горит пламя, потому что они видят и здесь ложь, и тут обман. А я говорю, как это все сделать? Так поддержите наши намерения. Давайте предлагать. То есть уже есть публика, которая, будем говорить, аудитория, которая слышит и вбирает себя. Ее нужно только подтолкнуть. Это, конечно, благодаря ветеранам, которые, ну, будем говорить, вовремя, и, Айдар-аган, хрипит народ, действительно. Но мне кажется, что он хрипит в другую сторону, не в ту, которую можно подумать, он там сон не уложил, а в эту сторону, и эта задача, по-моему, стоит перед нами. Теперь, что касается от общих слов перейти к делу, поверьте мне, если каждый вот здесь сидящий поедет в одно село, где есть родственники, проблем, мне кажется, с количеством выхода на площадь там и подвоза там, я не знаю, может быть намного меньше. Вчера я был на свадьбе у родственников, так вот, Торном, который я никогда в жизни, ну, толком-то и не видел, родился сестры, двоюродный сын, он мне подошел, да и говорит, если надо где-то чего-то, только позвони, я тебе 2-3 машины организую. То есть, опять я повторяюсь к тому, что наш крымско-татарский народ уже настолько созрел, даже перезревает. Где-то решительности, может быть, не хватает у нас. Где-то активности не хватает нам. И я думаю, что именно в этом направлении нам надо двигаться и дальше. И то, что сегодня мы организовали, будем говорить, сбор Народного фронта, я это поддерживаю. Слава вам. Слава вам.